Встречайте, Максим Саруханов. Здравствуйте. Привет. Максим уверен, что сегодня сможет справиться со своим волнением, но он еще не знает, что мы ему приготовили. Итак, начинаем испытание для Максима Саруханова. Сегодня Максиму понадобится не только все его умение, но и железные нервы. И вот почему. В студии вы видите подвесной мост. Он состоит из 70 ступеней. Наступать можно только на зеленые. Если наступить на красную ступень, испытание закончится поражением. Сейчас у Максима есть 3 минуты, чтобы запомнить последовательность ступенек. Ты готов? Да. Время пошло. Один. Время истекло. Я прошу опустить мост. Максим заполнил расположение ступеней, но сам он на мост не пойдет. Участнику предстоит вслепую провести по мосту свою маму. Давайте прямо сейчас поприветствуем ее в студии. Ирина. Во-первых, мы рады вас видеть. Во-вторых, вам аплодисменты за отвагу. Я хочу сразу объяснить всем телезрителям. Для этого испытания мы приглашали и папу Максима, потом дедушку по разным причинам. Они не смогли присутствовать на этой программе, поэтому по подвесному мосту сегодня пойдет Арина. И снова ей аплодисменты. Максим, занимай место в кресле. Ирина, прошу вас, готовьтесь к испытанию. Спасибо. Ирина, вы готовы? Да. Максим? Да. Поднимите мост. Мама, точно не боишься? Нет, чумочка. Все готовы? Да. Начнем испытание. Один. Два. Четыре. Пять, восемь, десять, одиннадцать, тринадцать. Шестнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три,
25, 26, 28, 29, 30, 32. Четыре. Я прям слышу маму над собой. Простите, на чем я остановился? 44. Сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят три. Шестьдесят два, шестьдесят четыре, шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, семьдесят. Браво! Браво! Ирина прошла весь мост! Задание выполнено! Максим Саруханов! Максим, тебе аплодисменты! Ты огромный, огромный молодец! Ты настоящий мамин помощник, защитник! Браво тебе! Просто... Спасибо! Максим Саруханов! Он не успевает меня снять. Отдельные аплодисменты твоей маме. Ирина, вам аплодисменты. Ирина, когда сможете, присоединяйтесь к нам, приходите. Что скажете, Наталья? Ой, Максим, ты, конечно, настоящий мужчина. Достойно все отработал. Молодец. Молодец, Максим. Спасибо. И еще, маму больше туда не отправляй. Вон, дядя Женя есть. Я абсолютно был уверен, что это такая мужское занятие все-таки. Абсолютно. Просто, Максим, но... ты мужчина, молодец, достойно все. Но мама это вот прям... Ирина, еще раз вам аплодисменты. Василий. Это одно из самых стрессовых в жизни явлений. Это показывает исследование. Делать что-то на публике. Я на самом деле так же волнуюсь, как и Максим. Здорово, что ты это преодолел. И это на самом деле один из самых таких серьезных вызовов в жизни. Спасибо. Жень. Вот это вот вы там, Максим, вздыхали, выдыхали, я не знаю, вот вместе с вами хочется сейчас это сделать, потому что ну, невероятное было и за вас переживание, и за весь этот номер. Вы большой молодец, вы такой, знаете,
маленький, но уже прям мужичок. Вот настоящий мужчина растет. А то, что вы, каким даром вы обладаете, уникальность, вы, правда, удивительный человек. Удачи вам в финале. Сегодняшний номер очень достойный. Молодец. Спасибо. Оля. Не соглашусь с Натальей. А что, мама попробуй. Вперед? Мама вперед. Может быть, меня поправит Василий, но мне кажется, что как раз в стрессовой ситуации мозг начинает работать более активно. А поэтому, когда ты видишь маму на подвесном мосту, и ошибиться нельзя, потому что эта ступенька приведет к провалу, мама, конечно, не упадет, но, тем не менее, мне кажется, это как-то мобилизует вообще организм и работу мозга, и поэтому все получилось у Максима. Спасибо. Молодец, большое. Максим. Браво. Спасибо, Ирина, огромное вам спасибо. Максим, аплодисменты, спасибо тебе большое. Это удивительные люди. Финал. Продолжаем удивляться.